российские инженеры разработали новую спецмашину для разгона массовых беспорядков. Публикация на этот счет появилась сегодня в журнале «Вопросы оборонной техники». По совпадению, статью напечатали как раз в день особой активности оппозиции. Ну вот, например, партия Народной свободы сегодня объявила, что подала документы на регистрацию в Минюст. А Эдуард Лимонов из «Товарища» опубликовали декларацию о формировании Комитета национального спасения. Это для тех оппозиционеров, кому в Минюсте зарегистрироваться не удалось. Описание технических характеристик инженерной машины «Торнадо», она создана в недрах столичного УКБ «Техника», претендует на звание поэмы в прозе. Вот несколько цитат я почитаю, пока зрители посмотрят, как выглядит «Торнадо» и иная такого же предназначения техника. Спецмашина «Торнадо» предназначена для проделывания проходов в заграждениях, растаскивания завалов и других операций, необходимых для обеспечения действий внутренних войск в городских условиях при проведении спецопераций по пресечению массовых беспорядков. Специальная инженерная машина состоит из шасси базового автомобиля повышенной проходимости со штатной лебедкой, сдвоенной бронированной кабиной, водометной установки с насосной системой и силовым приводом. Есть также цистерна для воды, емкости для спецсредств, лафетный ствол системы дистанционного управления, бульдозерный отвал, краново-манипуляторная установка с гидроприводом и аутриггерами, уж бог весть, что это такое. Кроме того, машина оборудована приспособлением для отстрела гранат со спецсредствами, системой жизнеобеспечения экипажа, пожарно-техническим оборудованием, системой жизнеобеспечения предотвращает попадание в кабину слезоточивого газа и других такого рода веществ. Дальность воздействия струей воды 50 метров. Отмечается, что в ходе испытаний были проведены медико-биологические исследования по определению разрешенной минимальной дальности воздействия струей. Интересно, в курсе ли оппозиционеры, какого высокого мнения придерживаются во внутренних войсках об их подготовке к массовым акциям.